Иркутские деревянные дома украшены уникальной резьбой. Это не просто красивые, но бессмысленные завитушки. Они несут очень глубокий смысл, и всего иркутский декор делится на 6 или 7, по-разному выделяют, типов. Это уникальный декор, но его действительно нет нигде. Мы же ездим в Венецию, смотрим на каналы, смотрим там недалеко на Пизанскую башню и говорим: боже, какой шедевр архитектуры. Вот она все падает, падает, упасть не может. Точно так же можно смотреть на иркутские деревянные дома, но только не в отношении того, вот они гниют, гниют и все догнить не могут.